Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Доктор Кто? Решение. Наступает Новый год, и в разных уголках земного прошлого пробуждается страшное зло. Доктор, Райан, Грэм и Ясми возвращаются домой. Смогут ли они защитить планету Земля от грозящей ей опасности? Мба. Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Годзилла 2. Король монстров. История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по содержанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Моторо, Родан и ультимативный Кейджу, троголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, выстают снова, чтобы сойти в схватки, человечество остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть. Тихое место. Семья с двумя детьми живет на отдаленной ферме. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей, но они живут в месте, которое наполнено ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Молчание. Спелеологи вскрыли древнюю пещеру в Пенсильвании и выпустили на свободу агрессивных кровожадных существ, больше всего похожих на летучих мышей. Твари слепы, ориентируются только на звук, быстро перемещаются на кожистых крыльях и довольно шустро размножаются, поэтому вскоре распространяются по Северной Америке, неся хаос, смерть и уничтожая цивилизацию. Зеленый фонарь 2011 года. Во вселенной столь же бесконечной, сколь и загадочной, многие века существовал отряд воинов, обладающих огромной силой. Защитники мира и справедливости, их называют Корпус Зеленых Фонарей, братство воинов, поклявшихся защищать межгалактический закон, где каждый из них носит кольцо, дарующее ему сверхспособности. Но когда новый враг по имени Параллакс угрожает и нарушит равновесие во вселенной, их судьба и судьба Земли оказывается в руках новобранца, первого человека в истории отряда, Хэла Джордана. Пастырь 2011 года. Далекое будущее, миром правит религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня. Университет монстров. Майк и Салли – самые опытные пугатели в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти монстры терпеть друг друга не могли. Университет монстров – история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе. Призрачный патруль. Детективы из загробного департамента расследуют преступления по ту сторону могилы и гоняются за ним в меру ретивой нечистью. Фантастические твари и где они обитают. Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!